Я хотел бы задать вопрос, что делают руководители церквей, миссий, благотворительных и других христианских организаций, когда им стыдно? Я подозреваю, что они об этом чаще всего просто молчат, потому что чувствуют, насколько мы можем быть уязвимыми из-за стыда собственной плоти или из-за неприятия нас другими людьми. Где взять мужество? Эта тема стала едва ли не наиболее актуальной. Она буквально взорвала опытных лидеров, участников глобального лидерского саммита 2013 года. Доктор Брене Браун говорит о том, о чем лидеры чаще всего молчат. О двух основных потребностях всех людей. О любви и о принятии или чувстве принадлежности. Она помогает увидеть то, без чего церковь не может быть настоящей, как проявлять милосердие и сострадание к окружающим, и как продолжать двигаться и быть успешными. Увидеть запись ее выступления можно будет только 5-6 декабря на специальном мероприятии глобального лидерского саммита в Киеве. Приглашаю вас, друзья, присоединяйтесь. Мы ждем вас. Спасибо.